Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. В 14 часов 20 минут от очевидцев поступило сообщение о возгорании жилого дома по адресу Курская область, Дмитриевский район, село Дерюгино. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по рангу 1-бис. По прибытию факт пожара подтвердился. Происходило возгорание жилого дома открытым пламенем по всей площади. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. В результате пожара погибло 3 человека. Это женщина 87-го года рождения и двое детей 7 лет и 8 месяцев. По факту пожара следственные органы проводят проверку. В настоящий момент устанавливается причина пожара. Курск-Сити. 20 лет работаем для вас.